Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. У нас вторая часть зимней лихорадки. Сейчас мы с вами отправимся на престижный режим. Так, 12 билетиков я взял, мне как раз, ух, за глаза, ребята. 10 билетов мы потратим за вход, это понятное дело, еще 8 у меня останется. Нормуль, я считаю. Так, ну что ж, поехали. Ёлки-палки, опять как представлю, столько драться, ё-моё. Но здесь должно быть все сложнее, насколько я помню. Так что давайте посмотрим. Так, что там? Блин, не успел почитать. А, понятно, будет копить теневую энергию, стопудово, да? Главный по сладостям у нас. Он уже отгребает потихоньку. Тихо. Ой, дурило. Так, ну что, будем его кромсать. Блин, кстати, вот неудачно тут местечко, конечно, подобрали нам, да? Прям в углу поставили теневой портал. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Блин, зараза, задел все-таки, а? Чуть-чуть, но задел. Слушайте, ну я смотрю, он боится теневухи. Очень боится. Опачки! Тихо ты, да хорош, чтобы я не уже. На-ка, получил. Ребят, я думаю, мухана сейчас будет. Ну, да ее просто, ну, есть. Отличненько. Ну что ж, первый раунд за нами. Ну, чувствуется, что уже сложнее. По крайней мере, теневую энергию они сразу же применяют. А тем более здесь, где есть теневые порталы. Или я бы сказал, даже теневые колодцы. Так, ладно, не в этом суть сейчас. Да ёпрасы, как же не воспользоваться бросочком, а? Так, это уже повторение пошло. Так, ну-ка, опа, нифига ты, шустрый малый. Пора отдохнуть тебе, наверное, чутка. Ну вот, теперь главное его добить. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, блин, да что ж ты творишь-то такое, а, тварина ты. Бестолковая. Да, как-то он меня быстро расписал. Опять же, благодаря своей теневой энергии, ребят. Ну что же, либо-либо. Тут главное не лохануться сейчас. Пока неплохо. Вообще шикарно. Так. Слушайте, я думаю, что... попал. Все теневые удары, ребята, прямо в точку. Даже пикнуть не успел, раскромсал я его. Но будет знать, как в следующий раз наезжать. А кто у нас там следующий-то идет? А, зона взрывов, елки-палки. Главный по гирляндам. Ну что ж, давай. Причем прикольно, да, у него сделано. Гирлянда — это его вид оружия. Ой, не повезло тебе, родной мой. Опс. Черт, я ж забыл, тут зона взрывов. Стою тут, щелкаю, как говорится, одним местом. На-ка, получил. Тихо. Ну, и он как... да ладно. Добивочный. Да? Пошло все как надо. Ладно, первый раунд за нами. У меня немножко теневой энергии есть, а у него пока нету ни шиша. Но не забываем, зона взрывов, ребят. Надо постоянно двигаться. Или же зажимать его к стенке. В принципе, я, наверное, попробую его вот здесь сейчас захомутать. Ой-ой-ой, взрыв. Обоим досталось. Так, ага. Вовремя я мину поставил, да? Согласитесь. Ну иди. Отлично. Как говорится, и по нему попал, и зону взрыва. И сбежал. Ну, да ее обоих. Но я все равно выигрываю. Слушайте, ну тут не особой сложности я не заметил. Ничем практически не отличается от обычного режима, только вот добавляется всякие... оу, 250 жетонов. 250 жетонов, это хорошо, кстати. Продвигаемся дальше. Быстрое накопление теневой энергии, да? Талый. Талый с сабельками, да, значит? Хорошо. Блин, я их ненавижу, сейчас комочки... нет? Но надо быть всегда на стрёме, потому что они... ого, мне повезло. Ну, шагнул. Надо быть на стрёме, потому что они превращаются в комки, которым все пофиг. Хе-хе, дурило. Ну, вот это, конечно, было плохо. Сейчас доиграю, я чувствую. Ну, конечно же, комок. Слушайте, успею ли я? Ну, да нет, не успел. Плохо.
Так, ну давай, ну шагни ты, гад. Офигеть, офигеть, а как он так, интересно, минуту мою перешагнул, а? Гаденыш, я что-то не понял. Что за ересь? Не-не-не-не-не-не, не надо никакие теневые энергии, не. Слушай, ну, с одной стороны, это хорошо, когда он применяет спецудар теневой, да, я могу его наколбасить, потому что, естественно, он раскрывается. Но если теневой удар пройдет по мне, это будет бубо. Отсюда напрашивается вывод. Как можно меньше пропускать теневых ударов. Ну и, естественно, вот этих вот снежков. Ага. Ну-ка. Слушайте, ну, в принципе... Тихо. Да ёпрсты, ну... Вот. Погнали. У меня еще и теневая энергия накопилась. О, вообще шикарно. Да ладно. Завязывай уже, а, талый. Так, ну понятно. Начинается, короче. Ну-ка. Есть. Попал я. Оп, опять, опять теневую. Слушайте, вот когда он... Не надо меня тут бить. Вот это плохо. Слушайте, ну мне сейчас повезло. Вот. Честно говоря, просто повезло. Эй, тихо. Добивочный. Замечательно. Слушайте, ну... Талова мы тоже одолели без проблем, в принципе-то. Несмотря на то, что я здесь немножко глупил. Так, ну что, следующий бой. Кто у нас тут будет? Ваши атаки усиливают чего? Врага? Главный по скульптурам. Помню я тебе, родной мой. Посмотрим, насколько мы его усиливаем. Так, естественно, естественно, он бросает свою хрень. Ну, есть. Попал. Еще разок. Молодец, красавчик просто. Вот так вот. А еще разок. Ну, молодец, умница, хвалю. Вот так. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Вообще шикарно. Сейчас, родной, подожди, я тебя добью. Сейчас, вот так вот. Ну что же, 1-0 пока. Главный по скульптурам. Да. Не заметил я, чтобы он усиливался, если честно. Но фиг узнает. Просто я ему не дал такой возможности проявить себя. Есть. Слушайте, я думал, что их сделали немножко поумнее. Они вроде бы там перешагивали, ждали. Но почему-то главный по скульптурам целенаправленно. Тихо! Целенаправленно наступает на мои мины. В принципе, для меня это вообще идеальный воин. Давай, иди сюда. Все. Короче, я понял. Сейчас я его здесь и похороню. Интерференция. Вот так вот, замечательно. Ну все. Просто слился. Вообще, изейше. 2-0 в сухую. Блин, если бы даже идеальная бы победа была бы, если бы я где-то не лопухнулся. Так, ладно. Оу, 400 теневой энергии. Это уже хорошо. Противник заряжает теневую энергию. Ну, как обычно, колючий. Блин, ненавижу Саи. Ненавижу Саи. Сам играть им не умею. Ну, так. Опс, ничего себе ты. Ты хорош. Вот тогда, ребят. Слушайте, ну вот как вот бот играет Сами, это просто изумительно. Ну, хорош ты, ёпарасеты. Так, успеем? Нет. Не получилось маленько. Все, тут хана. Кстати, вот этот вот удар у него, да, метает он звездочками. Самый паршивый. Причем, где бы ты ни стоял, даже в конце экрана все равно он по тебе попадает. Потому что у него очень большая зона поражения. Так, ладно. Ага, ну кто бы сомневался, конечно же, комочек. Ладно, хорошо. Немножко я его поймал. Ну и он меня, конечно же, бросил. Так, хорош дурачиться уже, все, на самом деле. Сейчас будем тебя вот так угощать теневой энергией. На. Промазал, что ли? Опа. А как так-то? Красавец, ты чё, блин, ты не припухли, а? Родной мой, на-ка. Пора тебе вот здесь, по-моему, и... Блин, и упасть. Ой. Ой, что-то у него там упало. Или выпало. Ну вы поняли, да, ребят? Он потерял свои саи. Соответственно... Тихо. Слушай, сейчас представляю, если он меня сейчас... Нет, я думал, сейчас еще и выиграет. Но он хорошо попал под удар ногой, да? Прям идеально так. Ладно, радоваться-то рано еще. Еще один целый бой у нас.
Главное, чтобы он не вставал вот на эти теневые колодцы. Иначе он будет копить теневую энергию очень-очень быстро. Опа, это мой шанс. На-ка. Вставай, вставай, вставай. Ага, конечно, блин. Врубил снежок свой. Не смогу, не успею, ребят, слишком маленько. А, нет, получилось. Смотри-ка, получилось у меня. Ну-ка. Да упади ты, гад, блин, конечно. Так что... Оу, а вот это плохо, а вот это плохо. Он мне выбил глефу, ребята. Так, ну что будем делать? Теневой удар. Нет, у меня нет теневой энергии. Блин, хорош. Ага. Так, упадет? Упал. Ребята, у меня теневая энергия накопилась. Погнали. А ну-ка. Отлично. И добивочный. Ой, блин, у меня же нет глефы. У меня глефы нету. Блин, да хорош. Оу, нет. Слушай, ребят, я лопухнулся. Я сам виноват. Я думал, что у меня глефа есть. Я хотел сделать гарпун. Ну, глефы-то нету, он же выбил ее. Вот так вот продинамил я. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте фигли делать, переигрывать придется. Да, нежданно, негаданно. Ну что, будем мстить. Блин, одну... А сколько здесь, интересно, попыток? Здесь вообще есть попытки или нет? Тоже три. Так, тихо. Опа, подловил он меня, хорошо. И сам же попался. Ну... Не дотянулся, да? Гаденыш. Эй, завязывай уже. Начинается у него вот это вот бзик, блин. Подловил, короче, да? Ты посмотри, ты видел, сколько он сейчас отнял у меня жизни своим теневым ударом? Ну, почти половину хп отнял. Где справедливость, а? Я у него сколько отнимаю, сколько он? Так, ну все, короче, ты достал. Я не собираюсь тратить на тебя тут. Ох, как мне сейчас повезло. Все свои попытки, блин. Мне еще до Акады нужно добраться как-то. Так. Вот в броне, в броне, в броне, а. Чуть, ну естественно, конечно, перебрасывает. Встает в теневуху. Смотрите, он стоит специально. Мне сейчас повезло, опять же. Так, ну что ты, что? Да ладно тебе. Да ты достал уже. Слушай, ребят, по-моему, я солью сейчас. Или не сольюсь. Я не знаю, непредсказуемая эта фигня, все. Попал. Так, теперь главное не лопухнуться. О, да ты промазал, родной мой. Так, ну-ка. Ать, тихо-тихо-тихо. Комок. Это плохо, комок нам не нужен. Да что такое, почему меня не приседает перс, эй. Что за дела-то? Попался, попался. Слушайте, ну, 1-1. Фиг ли радоваться-то. Радоваться пока еще рано. Очередной бой. Надо быть предельно аккуратным. Осторожным. Ну. Блин, я не успею, по-моему, слишком близко. А нет, все хорошо, все отлично. Вот это я зря сделал. Зря сейчас бросок будет, не? Не успел. Чепушило. Ой, как хорошо. Четверть хп отнял уже. Нормуль. Так. Опять? Где-то я уже это видел, блин. Ну, естественно, начинаются комочки. Комкование. Так, перепрыгиваем эту всю ерунду. Тихо. О. Ну, будешь ты... Попался. Так. Слушай, никаких теневых... Это жесть. Это жесть, ребята. Сейчас, по-моему, мне хана здесь будут. Он сейчас удар сделает. Ага, комок. Ну, конечно же. Ой, у меня есть теневуха. Тихо, сейчас главное не лопухнуться. Гарпуна у меня нету. Да ядрен ты батон, ну! Есть! Ёпрсоты, если бы он сейчас что-нибудь такое чуданул бы, все, мне хана было бы. Я бы еще одну попытку потратил. Да. Удача на моей стороне сегодня. Так, ну что же, едем дальше. Друзья мои, еще один слив, и все, и тю-тю, не пройду я тогда. Ладно, попробуем аккуратненько, очень аккуратно. У него слишком мощный теневой удар, ну вы и сами видели. Тихо ты. Так, погнали. Слушай, мне кажется, если мы даже вот так вот будем, да, аккуратненько действовать, он сдохнет от кровопотери, потому что, видите, последний удар за мной. Ах ты, ну-ка, бросок.
Ну, здесь выиграли. Здесь хорошо, все отлично получилось. Но, опять же, я ему не дал просто воспользоваться теневым ударом. А он его еще и не накопил. А вот во втором раунде, скорее всего, накопит. Ладно. Не будем, как говорится, о плохом. Во-во-во, врубает. Тихо. Не надо, не надо, не надо тут, блин. Да ты достал, да как он так вот может? Ё-моё, за одну... Я не понимаю вот этого вот. За одну комбинацию он снимает хп целую, ёпрсте. Ну, чё за дела-то? Офигеть, блин. 1-1, ладно. Слушай, ну здесь у него не должно накопиться тенюхи. Да иди ты в пень. Так, погнали. Слушай, чтоб он сдох от кровопотери, а? Нет уж. Ну, молодец. Уже хорошо, уже отлично. Все, ребят, по-моему, ему конец. Ой, ну, есть, попал, попал. Ну так вот, ничего в нем сложного. Ну что, ну два-то. Блин, а целую попытку потратил, а, на нем. Ладно, ребята, едем с вами далее. Отдайте только мне мой реворд. Ага, 8 билетиков получили. Шикарно, продолжаем. Так, в бой идут одни старики. Ну, кто там следующий? Что за клоун у нас? Ага, дубак. Собственной персоной. Черт подери, с двумя мечами. Оу, ну как же? Как же дубак и не воспользовался комкованием? Это уже не дубак, извините меня. Так, иди сюда. Ай, как хорошо. Блин, слушайте, ну вот хороший крит-удар проходит, да? Почему он, гаденыш, не выпускает из рук свои мечи? А? Почему? Я тебя спрашиваю, почему ты не бросаешь? Так, нет, блин. Ну, конечно. Ребят, у него два варианта. Либо он стреляет, да? Либо он в комочек, все, больше. Либо то и другое. Черт подери, что ты опять не приседаешь-то, а? О, интерференция. Тихо, это очень хорошо, ребят, потому что сейчас мы его... Да что ты... Эй! Вот это на... А, промахнулся, дурень. Слушайте, или-или. Блин, кончился. Тихо, кончился. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я знаю, что ты сейчас будешь делать. Фух. А бывает иногда, что вот почему-то при замедлении он не приседает до конца. Так. Ой, мне повезло. Пока. Не... Ну и как это называется, ребят? 1-0 в его пользу. У меня последняя попытка. Если мы здесь погибаем, то все. Так ведь или нет? Ну, блин. Все, будем очень аккуратно. Не нарываемся. Да что ты не приседаешь, ты не понимаю я вот этого вот дерьма, блин. Я нажимаю на присед, он как наложил, блин, а? Штаны. Естественно, Ну что, приплыли, по-моему, мы. Все лишь из-за того, что у нас не срабатывает, блин, чертов присед. Ну, конечно, хер ли. Ну, естественно, ну как же без этого-то, да-да-да-да-да. Естественно, ребят. Что? Ага. Во, наконец-то, блин, сработало. Да иди ты знаешь куда, а? Ты достал уже в корень. Угу, не тут-то было. Давай-давай. Слушай, он меня просто-напросто расстреливает. Со своей пушки. Так, интерференция. Давайте его вот здесь вот пощелкаем маленько, пока у нас есть пробитие брони. Мина. Ну, ну конечно. Такое желание есть подпрыгнуть, знаете, и перепрыгнуть. Но боязно, что замешкаюсь и... Ага. Так, так. И вот так вот. Ой, как хорошо. Так, ребят, не будем, я не буду рисковать. Погнали. Есть. О, нет. Он мне просто сейчас... Вы увидели? Вы увидели, что случилось? Так, тихо. Да. Короче, такая фигня, ребята. Он сделал свой теневой удар, да, и попал в мину. То есть он его не завершил. Иначе я бы уже валялся бы. Ну ладно, фиг с ним. 1-1. Надо быть аккуратненьким. Тихо. Ну... Я даже не сомневался. Главное приседать, чтобы присед срабатывал. Как обычно, ё-моё.
Как обычно, я не знаю, в чем проблема. Почему? То срабатывает, то не срабатывает. Бросочек, не надо, я уже это изучил. Когда этот охламон сзади, всегда делайте, ребята, бросочек. Так, у меня теневой удар есть. Слушайте, я, наверное, сейчас воспользуюсь этим делом. Я не хочу рисковать. Твою маковку, а. Но, раз, два, три. Так, погоди. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, не надо. Не надо выделываться, не надо. Парень, сдайся, лучше сдайся, я тебя прошу. Но нет. Дубак не из тех, кто слушается. Ну, тогда все. Интерференция заработала. Все, ребят, я его здесь и добью. Да. Шикарненько. Что же я могу сказать? Фух. Но было напряжно, поверьте мне. Так, куда мы сейчас? Если память не изменяет, мы должны, в принципе... Ну да. Ой, Акадушка. Плохой Акада. Ладно, давай выясним, кто кого. Так, нет, нет, нет. Погнали. Так, ребят, ну я понял, здесь ничего такого особенного нету, да? Только лишь наше мастерство здесь влияет. Так, иди, 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 иди. Отлично. Слушай, ты хоть чем-нибудь отличаешься от обычного режима или нет? Слушай, по-моему, нет. Ой, такой же дурила. Интерференция, ребят, у меня Тихо. Вот, все. Ему хана. Ай-яй-яй, тихо, подожди, секунду, секунду, подожди. Не будем, не будем. Да ел просто, я почему-то так и думал, что он... Нет. Так. Нет, 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 нет. Не могу я так проиграть, ребят, не могу, не могу. Тихонько, давай. Вот так, и добивочный, да? Я уж думал, сейчас отойдет. Нет, все, ребят. Мы открыли счет, 1-0. 1-0. Нужно 3 победы. Погнали. Плохой Акада. Акадушка. Так, мимо. Что это такое? Это что сейчас такое? Что это же... Саб-Зиро тут еще, блин, вылетел мне. Ага, как же. Тихонько. Я буду, ребят, через мину работать. Ну его нафиг. Достал ты уже своих этих... Ботов, я не знаю, кого там вызываешь-то все. Ну. Ай, сам виноват, сам. Я сейчас представляю, ребят, если мы проиграем из-за того, что он меня просто сюрикеном убьет. Да ладно, бросок-то. Оп. Так, так. Вот так. Не-не-не-не-не. Слушай, ребят, ну, фиг его знает. Надо было ногой бить, по идее. Я думал, сейчас он что-нибудь сделает, на мину встанет, и я его добью. Добил, ага. 1-1. Сравнял, короче, он счет. Мне нужно преимущество, понимаете, в чем дело? Ох ты! Обожаю, когда вот ты, гаденыш, блин, попадаешь на мою мину во время спецудара или еще чем-то такое. Так это... Что это? А, это дурило опять этот вылетел. Как он так быстро, да? Он делает теневой удар, после него сразу же метает сюрик. Вот бы мне так быстро научиться все это делать. Ага. Ну что, родной? Во! Так, давай еще. Повтори. Красава. Красавчик. Давай еще разок. Умница. Ты просто... Как ты блокировал-то? Не-не-не-не-не. Так дело не пойдет. Оп, началось. Блин, надо было отходить. Че? Ну-ка. Раз. И добивочный. Блин, ну пришлось, пришлось мне сделать так. Слушайте, а я не понял, я что, у него всю теневую энергию выпил, что ли? У него же там вроде было. Раунд четвертый. Либо я побеждаю, либо у нас ничья. Ну, ага. Губишки раскатил. Давай, вот так вот. Акада. В принципе, он не такой уж плохой, он хороший. Он делает, как мне нужно. Давай сюда. Отлично, молодец, умница. Да, ребята, для кого-то может показаться это... Ну, однотипность. Но я вам скажу, лучше я так его забомблю, чем буду тут выделываться. Да еще и проиграть. Тихо! Насчет этого я уже понял, как эти броски делать. Уже наблатыкался. На самом деле я не это хотел сделать.
Я хотел сделать тройной выпад. Какого-то хрена у меня вертушка получилась. Эй! Опачки! Ты куда это, братух, собрался-то? Ну? Да. Да, ребята. Ну что же, плохой Акада повержен и на престижном режиме. Давайте теперь собирать сливки. Нам должен достаться... Ага, 400 жетонов и рекламка. Ребят, ну вы смотрите, что происходит, а? Вот я посмотрел рекламу, да, потратил свое время, и вот эта вот херня уже крутится у меня перед глазами минут 5, ничего не прогружается. Господа разработчики, пожалуйста, исправьте вот этот баг, что после рекламы я в любом случае уже не получу бонусы по жетонам. Придется перезагружаться, это единственный вариант. Ну что, друзья мои, перезагрузился я, и давайте получать наш реворд. А это уникальный премиум бустер пак. И смотрим, что мне достанется. Не будем ускоряться, посмотрим медленно. Так, наследие древности, эпический Шуангоу. Шикарно, я вам скажу, хотя не особо любитель, но... Так, головокружение. Оу, гнев глубин. Легендарный доспех. Та, ох ты, триумфатор, легендарный шлем. Хорош шлемак, ничего не могу сказать. И, о да, ребята, ледяной жнец, уникальная кусаригама. Ну что же, оно у меня проапалось, и это хорошо. Но я хотел доспех, вот в чем, блин. Ой-ой-ой, ребята, я по ходу дела сет-то не соберу. Так, зимняя лихорадка. Погоди-ка. Слушай, а что тогда делать? Как быть? Засада, ребята, по-моему, а? Ну-ка, в марафоне, может быть, что есть, а? Посмотрим. Так, забрать награду. Ну-ка, давай заберем награду, может быть. Есть! Ребятушки, фартануло мне. Вы посмотрите, мне выпал доспех. Ну что же я могу сказать вам. Я собрал полностью сет. В принципе, все выступление мое на ивенте склоняется к одному. Заработать этот уникальный сет, который разыгрывается. И я его получил. Так, давайте теперь оденем и посмотрим, как это, ребята, все выглядит. Тень снега. Уникальный доспех. Хорош, хорош, ребята. Сейчас мы его немножечко приобуем. Так, секунду, что же нам надеть? Ну, понятно, что мы с вами первичную защиту поставим. Эквилибриум. И, пожалуй, да выбор-то, в принципе, и невелик. Критическую массу. Да ладно, ребята, фиг с ним. Пускай будет так. Надеваем зимняя звезда. И... уникальную кусаригаму. Где она? Вот она. Ну что же, вот так вот я выгляжу. Согласитесь, очень даже неплохо. С рюкзачком. Блин, отличный, отличный сет. Новогодний. Красиво так смотрится. Ну, мне нравится. Пишите свои, ребята, комментарии, как вам этот сет. Так, что у нас здесь? Ох ты, мы Воу, ребята, мы еще с вами можем открыть один уникальный бустер-пак. И, естественно, я это сделаю. А ну-ка посмотрим, что нам здесь достанется. Порадуй папочку, пожалуйста. Вау. Стальной фокус, уникальный шлем. Так, он у меня, наверное... Нет, не топовый. По-моему, топовый становится. Так, северное сияние. Это легендарный доспех у нас. Что у нас там следующее? Ну, понятно, это эпический шлем. Заморский тюрбан. Опять какой-то эпик у нас здесь. Ага, это у нас бескозырка. Эпический шлем. Ну... так себе. И последнее, ну, обед императора. Ладно, ребята, вот как-то так. Мы все с вами подкрывали. Мне больше нравится, что здесь теневой энергии мне надавали прилично. Так, и все, наверное. Сейчас глянем, что у нас тут. О, забрать награду еще? Что? Опачки, ледяной жнец. Елки-палки, проапался. Круто. Еще 12 билетов. Но теперь я, ребят, просто в куражах. Ну что ж, дорогие друзья, как-то так. Давайте будем закругляться с вами. И увидимся уже в следующих сериях в игре Shadow Fight 3. Ну а вам всем пока, всем удачи. И с наступающими вас праздниками.